День добрый. Что ж, хочу показать, что на сегодня у меня из нового. А это, естественно, оправы, потому что клиночки вы уже видели. А это вот новые материалы для оправ. То есть, чтобы вас удивлять, мне каждый приход сюда в мастерскую, как хорошо сказал, в приход, как в церковь, нужно обязательно потратить тысяч несколько. Но это реальность, потому что то, что я покупаю материалы, они всегда покупаются с запасом, потому что никто их не продаст там по чуть-чуть. Это у меня на сайте можно купить одну пластиночку, одну заготовочку. А так в реале никто не хочет связываться с по мелочи, и поэтому бери лист, бери тонну, бери ящик. И поэтому вот так вот все происходит у меня. И на сегодня я вас хочу удивить. Может, кого-то не удивлю, но со мной это новинки, как ни крути. Вот, это акрил синий. Отличный акрил. Акрил не рекламщиков. У рекламщиков он какой-то такой жестковатый. А этот, видите, можно даже маленько согнуть вот так вот. Вот он пружинит. И в обработке просто сказка. Сказка по сравнению с другими акрилами. Вот одна права вот к этому клиночку будет. Так, это у нас что, золоченый даже будет. К нему. А давайте вот синенькую тоже покажу. Это вот к тому клинку. Дороговато, конечно, обходится, но как по мне, так вроде как стоящая вещь. В обработке тоже идеально. Просто. Я сегодня чувствую себя, как будто я в отпуске. Все какого-то без особого напряга такого делать. Смотрите. Видали, как пружинит? Ощущение, что это жесткая, плотная резина. Чем-то напоминает эбонит. Только эбонит, он все-таки к хрупким относится. Этот к хрупким вообще никаким местом не относится. Называется это чудо полиуретан. Наверное, многие слышали такое название. Это на каблуки, например, вот раньше к женским сапогам пристраивали полиуретановые накладки, чтобы они об асфальт не стирались. То есть износостойкость у него сверхъестественная. Ну, естественно, воду, ударостойкость, все. Стойкость во всем. Вот такие вот оправки. Вот к этому клиночку вот эта синенькая пойдет. Это классический такой прям клинок. Прям классика-классика. Дальше. Да, кстати, по поводу акрила, полиуретана. Напишите в комментариях к видео, потому что я в основном, в принципе, живу на Ютубе. Мне другие варианты. Я в контактах есть, но мне там как бы как-то не так уж не особо удобно, не особо интересно. Я люблю видеть вживую, хотя пускай через видео передается, но вживую. Поэтому я, в принципе, живу в Ютубе в свободное время свое. То есть могу и то, и другое. Единственное, что вот это вот опять же будет выходить где-то в районе там 400-500 рублей на оправу заготовки. А эти вот будут выходить дороже. А как дороже, так это примерно вот так. Вот такая вот фиговина где-то в районе 1500 стоит. Здесь она выровненная, здесь еще нет. Их таких вариантов, вот смотрите сами, вот. Это я на свои оправы себе забахал. Кстати, рисунок вот этот вот, он сделан индивидуально. И то есть он получается автоматически и никогда не повторяется. Никогда, как дамасская сталь. То есть вот такие варианты вот у меня направы. Вот так вот. И вот такой даже есть. Он там будет внутри, как будто кость какая-то такая, почти мамонтовая. Но не кость. Так, ладно, отвлекся. Ну, просто бывает иногда, меня спрашивают, а я не знаю,
что предложить, что ответить. В общем-то, так отвечаю как-то обобщенка. Это вот к клиночку с резным обушком. Тоже полиуретан тот же самый, с индивидуальным, неповторимым этим вот структурным рисунком. Вот. Варится по спецзаказу для меня. Вот, так что денежку вкладываю ежедневно. Хотя отдачи никакой, но я ее вкладываю, потому что без этого это невозможно. Без вложений что-то вообще сделать. Это невозможно. Вот так вот. Сейчас начнем собирать. И надеюсь, вообще боюсь обещать что-то теперь. Надеюсь, что я сегодня вот к этому видео еще вот прикреплю вторым видео или собранные бритвы, а может уже даже заточенные. Мне так хотелось бы, в принципе, потому что у меня с сегодняшнего дня я уже начал работу над бритвами, вернее, над клинками отдельно. В Европу заказик меня подкатил, теперь он полноценно известный, то есть я знаю, что делать, как делать. Все так по-старому, 1/4, все просто. Шлифовка вот такая же, кстати, как на этих клинках. Вот. Единственное, что я там имею право воткнуть свою буковку К, только более меньшего размера. То есть не как вот тут у меня, а миниатюрную совсем. Мне, конечно, сказал по барабану, но они сказали, да воткни, если так уж, только минимальную просто. Вот. А это значит, что у меня маленько заведутся денежки. И если они у меня заведутся из двух подходов, у меня будет два подхода, то есть я два раза им буду подряд делать клинки. Если я на самом деле прям почувствую, что денежка появилась, я, наверное, на юга наши уеду. На Черное море. Я там 16 лет не был. Вот. Потому что ходить каждый день в мастерскую для того, чтобы просто, чтобы самому было не скучно, как говорится, мне это немного поднадоело. И поэтому, наверное, не то время, чтобы ходить в мастерскую. Тем более тут жара такая еще, караул. Вот. Но попробую я все-таки за счет этих клинков одну, а то, может, даже две бритовки вывесить в раздел распродажи. О, не распродажи, как там, как называется? Товар недели. О, там уже давно не было никаких бритовок, потому что мне просто тупо не на что делать скидку для этого раздела. И вот сейчас я думаю, может быть, смогу. А может быть, даже и не буду сильно упираться, потому что я, наверное, лучше деньги потрачу на семью. Не знаю. Время покажет. Я не могу сказать, да что будет завтра. А все, перекур затянулся. А работать надо, надо доделать эти бритвки, чтобы они меня не тянули, и браться уже за заказы. Вот. Все, пока все. Дела двигаются, двигаются удачно. Бритвки в собранном состоянии. Остается только полирнуть клепки, закруглить тут все это дело и заточить. Самое долгое занятие будет это заточить. Ну все, приехали. Техника отказывается работать. Так. Вот так это все выглядит. Легкий перекур. Видите, как подсаживают, то есть, чтобы параллельно шло оправе. Не сам придумал, сразу скажу. Александр сказал в своих обзорах бритвам. Я посмотрел, подумал, думаю, да, так и есть. Так реально красивше. Материал, еще раз повторюсь, изумительный. Что акрил, этот вот именно такой, то есть состава,
что вот этот вот суперматериал, блин. То есть, я не знаю, я даже сегодня ни разу не напрягся, работая с этими материалами. Это просто сказка. Ладно, поехали дальше. Сейчас клепками займусь и заточкой. Если что, сегодня забахаем обзор готовых бритв. Их даже тряпочкой протру. Все как надо. Ладненько, перекур закончен. Это готовы. Бритовки заточены. Все. Сделано все. Ничего не пропустил. А вы готовы к обзору новых трех бритв? Кстати, три бритвы намного легче, просто намного, чем изготавливать, чем 6, допустим, 7 там или сколько еще. Вообще просто как-то. То есть настолько я уже утюкался делать большее количество, что для меня 3 штуки это уже просто в радость. Да еще материал это порадовал. Вот такие вот у меня варианты. Готовы для того, чтобы красоваться на сайте. А может и у кого-то может даже красоваться не только у меня на сайте. Если найдут своего хозяина. Так, это у нас золочеными, натуральным золотом покрыты насечки. А вот что-то у нас с торца показать. Ага. Хотя, кто смотрит обзоры, все уже видели не один раз. Вот. Так вот. Вот такие бритвки у нас. Вторая бритвка. Ну, красиво, красиво. И материал хороший, и для меня хороший, как в обработке, и для пользователя хороший тем, что он вообще неприхотливый. Никаким случаем ни удара не боится, ни влаги, ни грязи. Вообще ничего не боится. Просто отличный материал. Отличный. По-другому не знаю, как сказать. Так, у нас тут. Да, вот в этой бритовке насечка оксидирована. Оксидировка была на основе медного купороса. Она такая сейчас серая. Тоже от защита от ржавчины. Да, обильно маслом смазал и оси, и где шайбы крутятся. Потому что вот случай уже один есть, когда у одного человека ржавчинка проступила оттуда, именно с этого места. А это не есть хорошо. Кстати, посылочка пришла, нас из дека мне звонили. Надо как-то забрать ее. То есть сегодня-завтра заберу. Если сегодня не закроются уже. Это вот из акрила. Золоченые вот. Еще раз повторюсь, 999 пробы золота. Ну что ж, техника. Давай работаем. Вот так вот. Такие вот бритвки у меня получились. Ох ты, я вам с торца не показал предыдущую. Вот так вот. Давайте повторюсь. Я как-то пристановился. Вот так. Хоп. И, как говорится, аллилуйя. Все. Выполнена работа. Слава Богу. Слава Богу, удачно.
без казусов, без каких-то там, без косяков. Все здорово. А на этом можно считать обзор законченным. И попробую сейчас успеть в компанию СДЭК забрать отправление, которое мне пришло, потому что там нужно будет бритовку разобрать, почистить, смазать, собрать, если получится. А у меня частенько такое бывает, что при разборке не выдерживает оправа, потому что я их туго собираю. Поэтому, может, еще придется оправу сделать отдельно. Какое-то через левое плечо. Вот, и все. Новостями пока не знаю, какие вас порадовали вообще, потому что я сейчас буду заниматься, еще раз опять же повторюсь, заказами. У меня будет минимум 2 заказа за границу. Поэтому ничего не скажу на будущее. Вообще не знаю, что, как, когда. На этом откланиваюсь. Всего доброго вам. До свидания.